А вообще пресса понимала, что вы делаете? Думаю, что нет. Кажется, они даже представления не имели. Каждый альбом отличался от предыдущего по концепции и содержанию, но рецензии были жуткими. Они абсолютно не понимали того, что мы делали. В рецензии на четвертый альбом был всего лишь один абзац, а там огромное количество материала. Например, «Черный пес», «Когда рухнет плотина», «Лестница в небо». Они написали один абзац. Они даже представления не имели, что происходит. С тех пор я больше не читаю музыкальных журналов.